добрый день. Меня зовут Попов Александр Павлович. Мне 58 лет. Свою карьеру я начинал в Республике Узбекистан старшим инженером связи. После развала Советского Союза пришлось уехать. Уехал работать за границу. Работал 2 года в Португалии кладовщиком на складе. После этого вернулся, какое-то время жил в Молдавии. После этого жил 5 лет в Италии. Надоелось ездить туда-сюда по всяким странам. Решил осесть в Санкт-Петербурге. В последнее время работал в пироговом дворике. Склад закрылся. Начал искать работу, увидел объявление. По объявлению пришел в компанию Тиньши. Понравилось. Нашел очень много интересного в этом. В перспективе можно сделать карьеру, развитие, поправить также здоровье, продукты хорошие. Есть перспектива поездок, путешествий.